Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас прямой эфир, я чуть-чуть задержалась. Сидела, делала образцы, поняла, что я забыла о времени. И не закончила даже его делать, что я решила сегодня показать. Хочу использовать как подфановку MyImpuls, да, яркую коллекцию. И сделать вот такую а-ля Анютину глазку. Честно говоря, не собиралась прям соблюдать, что это будет Анютина глазка. Ну, такой, знаете, быстрый вариант цветочка на скорую руку. Мне вот такое сочетание очень понравилось. Здесь я воду пролила, и поэтому я задержалась немножко с эфиром. Жаль, что вы не мастер. О, девочки, я свое уже отработала мастером. Все, да, я уже не мастер. Так, ну, поехали. Значит, очень красивый фон. Сейчас мы сделаем с разводами сначала. И очень красивый фон будет с использованием зеленого и лавандового цвета. Номер 367 и номер 369. Ну, зеленый у нас практически сейчас он исчезнет, он там утонет вместе с черным, и будет очень хорошая основа потом цветок нарисовать. Поэтому предлагаю... Где мой лавандовый цвет красивенный? Номер 367. Кстати, обязательно посмотрите предыдущий эфир. Я делала обзор по трендам на лето, которое у нас уже вот-вот, на следующей неделе будет уже лето. Очень красивый обзор. И я сделала его специально на основе коллекции MyImpuls. Это локомотивная коллекция, которую мы выпустили для этого лета и этой весны. Смотрите, предлагаю на весь ноготь не наносить лавандовый, мы его нанесем только на половину ноготочка. Сейчас я вам, кстати, покажу, что он с шиммером. Оттенок. Вот, сейчас хорошо на кисточке видно. Видите, такой легкий, красивый, благородный шиммер. Теперь нам понадобится... Из этой же коллекции номер 368. И нам понадобится просто черный гель-лак. Черный гель-лак. У меня уже заканчивается черный. Теперь беру базу и эмилак, так как я хочу сделать разводы. Я для разводов всегда любой гель-лак смешиваю с базой и эмилак, с жидкой базой, самой жиденькой. Тогда у гель-лака классная консистенция получается, которая очень хорошо растекается. И черный гель-лак. Еще раз напомню, как фон мы использовали лавандовый, номер 367. Здесь прям, может быть, так не надо было заморачиваться с разводами, потому что по факту сейчас цветок, который у нас будет, он перекроет весь этот фон. Можно что-нибудь попроще. Я его в итоге, видите, не дорисовала. Я так увлеклась. Думаю, сделаю заранее. Ой, теперь наносим тоненько спайдер-гель и делаем к
красивые разводы. Ну, получается такой, видите, зеленый с болотцем. Можно даже вот здесь вот черненький, я смотрите, еще дополнительно опущу. И он сейчас будет очень красиво растекаться. Сейчас мы ему дадим чуть-чуть потечь. Вот он течет, течет, течет. И течет, и все еще течет. И сосушим. Сушим. А теперь берем, если есть трафарет, если нет трафарета, контур рисуете. Так, у меня есть трафаретики, я возьму трафаретики. Беру наши новые трафареты на белой подложке. На белой подложке. Это очень удобно, потому что можно сделать на любой фон. Видите, сразу видно, что белая подложка. Единственная белая подложка, она капризная. Вот, если снимете, будете долго возиться, она сразу начинает вот так сворачиваться. Поэтому работаем быстро. Мне, наверное, бутончик будет не нужен. Давайте. Или ладно. Вот так сделаем. Все, кладем в лампу. Сушим. И дальше нам понадобятся витражные гель-лаки. Витражные гель-лаки я беру в баночки. Они у нас есть как бутылечки, так есть и в баночке. Так, 253. У нас будет такой фиолетовый. Ну и для листиков по желанию. Вот хотите, возьмите 254, это бирюзовый. Его, если, например, с желтым гель-лаком смешать, либо с витражным желтым, то даже вот я оранжевый взяла, пусть оранжевый будет. Делаем такой вот зелененький. Так, убираем излишки. Убрали. Ультрабонд. Поставьте плюсики, что все хорошо видно. Ничего не квакает, не тормозит. Галь, проверь, или Валер, проверьте кто-нибудь. У меня нормальный эфир по качеству. Так. Прошлись. И смотрите, что можно сейчас. Я ничего не наносила, прям по ультрабонду сейчас пройду, сделаю подмалевок. Это я так экономлю время себе. По идее, конечно, надо прокрыть было бы сейчас. Топом каким-нибудь цветок сушим по-хорошему. А, плюсики пошли. Как, Валер? Я... Ты меня не найдешь, Валера. Ты что? Валера, срочно подпишись на меня. Ты что? Я подписан. Тут 100 раз. Так. Такое делаем легенький подмалевочек. Причем делаю примитивный подмалевок, потому что все равно мазки красиво смотрятся, когда есть подфановка какая-то красивая, симпатичная. Сегодня у нас такой простой экспресс-вариант цветка будет. Вот я очень люблю жостовскую роспись. Наш курс, который мы записывали с Наташей Гановой. Обожаю. Там вот в такой технике очень много цветов я даю. Так. Ну, чуть-чуть.
Все, и можно черненький гель-лак фиолетовый добавить, сделать тень и уже тогда приступать к самой мазковой технике. Смотрите, ВКонтакте я все эфиры дублирую. ВКонтакте я сейчас дублирую все эфиры, потому что я поняла, что мне проще здесь выходить в эфиры, а потом запись этих эфиров выгружать ВКонтакте, чем наоборот. Вот, чем наоборот. Вот поэтому, кто ВКонтакте любит сидеть, там все эфиры предыдущие у меня менеджеры, мы прям потихонечку все догружаем там через день, через два обязательно. Все, смотрите, просушили. Почему очень низкая статистика ВКонтакте? Там охваты очень маленькие. И получается, знаете, у меня как... Я трачу очень много своего времени, много энергии, а выхлоп, ну, нулевой сейчас ВКонтакте по сравнению с моим аккаунтом в Инстаграм. Но это, опять же, все познается в сравнении. Там, конечно, прикольно с точки зрения именно качества во время трансляции прямого эфира, но хуже, когда, например... Уже выгрузился эфир. Особенно, это знаете, кто страдает? Люди, у кого интернет слабый, они вот эти эфиры потом, которые выгрузили, в плохом качестве, получается, смотрим. И поэтому ВКонтакте лучше выгружать готовые видео. Вот, поэтому мы стали выгружать готовые видео, они качеством намного лучше получаются. Вот я, вот, честно говоря, вот этого не могу понять, почему. Вот, поэтому ВКонтакте лучше что-то готовое выгружать, чем, например, эфир провести и сохранить его, и выложить. Так, смотрите, стоп-слайдер нанесла. Новые декорации. Данил, я не знаю, ты что пропустил? У нас же это трафареты акварельные с белой подложкой появились, классные. Ты их приклеиваешь на любой фон, даже черный, и этот трафарет виден. Я их обожаю, эти трафареты, потому что можно приклеить на... Любой. Ой, Никита! Привет! Я думаю, какой Никита? Про чего они говорят? Привет! Приходи в гости. Приходи в гости, а то я скоро в отпуск уезжаю. Причем в отпуск такой долгий у меня будет отпуск. Короче, берем эмпаста белый декор. Что за цвет на правой руке? Ой, Никита, фу, Данил, это у меня... Слушайте, что-то сегодня у меня одни мужчины в аккаунте. Данила, это у меня тестовые образцы, я тестирую. Вот, я много чего на себе тестирую. Так, ну, на руку, конечно, выкладывать не надо. Вот этого вот не надо. Но я снова забыла. Я вообще в перчатках не очень люблю вести. Лично там все не то. Смотрите, начинаю с самых дальних. И стараюсь так мало набирать, чтобы у меня не перекрывался предыдущий цвет моего подмалевка. Видите, это очень важно, когда делаете дальние лепесточки. Они же попадают здесь у нас небольшим объемом. Как же я люблю эту технику. Вот курс Дольче & Габбана, там мы частично с Наташей даем что-то круглое цвет кисточкой. Вот, а также, вот, например, Анютины глазки мы там даем и скошенной кисточкой в качестве техники китайской росписи. Сейчас я покажу, кто забыл, как выглядит курс Дольче & Габбана. Так, смотрите, на несколько секунд в лампу. Галя! Найди, где-то планшетка была Дольче & Габбана. А, вон она, у Валеры лежит на столе. Так, теперь можно уже более размашисто работать. Спасибо, Валера, большое. Смотрите, уже смелее. Уже смелее. Так, ну за контакт я ответила, да? Что прямые эфиры ВКонтакте, они хорошие, вот когда ты смотришь в моменте. Блин, потом, когда выгружаешь, я поняла,
что лучше мне готовое выгружать. Вот. А одновременно вести ВКонтакте и в Инстаграм, блин, я так устала в прошлом месяце, когда я одновременно и там была, я чуть нет, а не сдохла. У меня такое ощущение было, как будто пандемия началась. Я сижу, работаю на удаленке, просто бесконечно веду только одни прямые эфиры. Еще помните, я же марафон классный провела ВКонтакте. Так, тоже подсушили. Слушайте, все время висит, что люди присоединяются. Это, видимо, присоединяется, их выбрасывает, да? Такая у нас пушистенькая получается Анютина глазка. В общем, у меня это месяц Инстаграм. На следующий месяц, возможно, вернусь опять ВКонтакт. Но опять же, сторисы я все выкладываю ВКонтакт. Эфиры все дублирую, все выкладывается. Подсушить можно чуть. Вот я даже, знаете, как я хотела его потом сделать, как в жестовской технике, сложно прям продублировать и несколько слоев попрописывать. Но вот когда нам нужно сделать очень быстро, то можно сделать вот такой вариант, когда в один слой, в один присест вы проходите, все мазочки делаете, и там, как правило, этого достаточно. Вот, кстати, типсы с курса Дольче Габбана. И здесь вот как раз, видите, вот эти Анютины глазки. Они часть, мы в курсе показываем, где-то берем круглую кисть, вот, а в основном делается там скошенной. Вот эти варианты, они делаются только круглой кистью. Там маки тоже, их можно же сделать скошенной кистью, можно сделать круглой. Вот, но здесь основной упор на, в курсе Дольче Габбана идет именно на жестовскую роспись, то бишь работа с круглой кисточкой. Работа с круглой кисточкой. Так. Все, и буквально листики мы сильно тоже прописывать не будем, так как у нас такой экспресс-вариант. Поэтому... мы делаем такой легенький вариантик по-быстренькому. Все сушим. Смотрите, что можно сделать. Мы можем взять сейчас еще раз вот этот оттенок и пройтись, проставить где-то тень дополнительно. Но это не обязательно. Это не обязательно. Вот, но я люблю это делать. Смотрите, оно становится более четкое, не такое выбеленное. Прям вот чуть-чуть пройтись. Особенно, где граница одного лепестка с другим лепестком. Сушим. Что там, серединку надо нарисовать, да? Ну, для серединки что можно сделать? Для серединки можно использовать желтый цвет, да? Ну, у меня сейчас желтого нет под рукой, вот я взяла, пусть оранжевая будет. Сейчас мы смешаем вот так вот с гель-лаком. И когда вот иной раз лень что-то искать, я очень часто импасту с гель-лаком смешиваю.
сушим. Можно еще, знаете, что хочется? Чуть-чуть чисто розовеньким пройтись. И после топа, например, продублировать некоторые части лепесточков. Сейчас я покажу. Сушим. И теперь перекрываем, например, топом тем же, например, возьмем теклос. Смотрите, как мы по-хитрому сделаем. Мы сейчас теклос не будем сушить до конца. Мы его просушим буквально там 10 секунд. Такой вот лайфхак. Это если хочется сделать какие-то лепестки импасты уже сверху финиша. Сверху финиша. Но при этом, чтобы кисточка скользила. Она же скользить не будет, правильно? Если просушить топ без липкости. Вот. Поэтому мы сейчас в лампу считаем 1, 2, 3, 4, 5. Давайте, наверное, 10 секунд, может быть, даже много. Ну, вот, подсушили, получается, несколько секунд. И у него еще не исчезла полностью дисперсия. И вот здесь сейчас можно взять... кисточку, наверное, возьму, может, поменьше. Сейчас я посмотрю, какая у меня тут более целая. Так, проверяю. Ну, вот эту вот возьмем. Так. Прям вот только самый край. Вот. Смотрите, как хорошо. Получается, эта деталька импаста, она останется у нас прям совсем только сверху. Так. Все сделали. А давайте еще по бутончику пройдемся. Вот. Все. Ну, вариант готов. Сушим. Теперь сушите уже 3 минуты, чтобы исчезла уже окончательная липкость. И вот у нас получился такой вариант. Вот смотрите, будет прикольно, если остальные ногти вы покроете просто лавандовым цветом, либо вот, например, зеленым. Да? Остальные ноготочки будут вот такие зеленые. Блин, будет очень красиво. Давайте сейчас рядом положим. Это цвета из коллекции My Impulse. Получается, я на кутикулу использовала лавандовый. Вот. А в пару к нему можно как раз вот взять и добавить зелененькие. Будет хорошо смотреться. Все остальные ногти зелененькие. Еще раз напомню, смотрите, это очень классная техника. Тем более, когда есть трафареты, вы экономите массу навыка своего. Вам не нужно тратить навык на формирование формы цветка. Ваша задача только научиться сами мазочки делать. Ну, понятно, что вот в самом курсе Dolce & Gabbana мы даем очень сложный вариант. Потому что вот у меня мечта была вот этот принт Dolce & Gabbana прям воплотить в жизнь. Мы даже для него трафареты создали. Вот в том году даже трафареты выходили. Сейчас я вам показала из этой же серии только более примитивный вариант.
Вот, поэтому, когда мы делаем вот такие сложные варианты на клиентах, конечно же, мы очень многие детали выкидываем, сокращаем, и тоже получается очень красиво и несложно. Все, всем большое спасибо за внимание. Завтра у нас также будет прямой эфир. Мы сейчас сделали строгое расписание. Вторник, среда, четверг. Вторник я, среда у нас классика по моделированию, по коррекции Юля Донченко. В четверг у нас художественная роспись ручная с Наташей Коклюгиной. Вот, поэтому следите за расписанием, не пропускайте наши прямые эфиры. Мы их все дублируем ВКонтакт. Поэтому, кто любит сидеть ВКонтакте, ВКонтакте тоже все есть. Так, а мне надо сейчас сделать красивую обложку. Сейчас мы сделаем красивую обложку. Наверное, вот так мы ее сделаем. Обложку. Хотя нет, но нужна же обложка, чтобы было слово «прямой эфир». Или ладно, пусть вот так будет. Это правда незаконченный цветочек. Может, вот так положить для красоты? А, вот я. Уже можно отключаться. Смотрите, эфир закончился. Ну, это я просто так делаю обложку. Вот, такой акцент зеленый будет. Так. И, так, это лишняя кисточка. Я даже напишу сейчас слово «прямой эфир». Сейчас мои менеджеры смеяться все будут. О, вы когда-нибудь так делали? Это когда лень. Отдельно потом делать обложку. Я же ее заранее не сделала. Ну ладно, если будет какаха, я выключу. Все, всем пока-пока.